палечки. Пресвятая Богородице, спаси нас! Обычно я записываю поздравления с праздником на фоне храма и т.д. Но сегодня особый случай, потому что во время целования креста в соборе после службы меня хватает просто невероятный радикулит, после чего я еле дополз до кровати, до нашей кельи с отцом Игорем. Сегодня мне делали уколы, я пил лекарства обезболивающие, и я сам пол и не месил. И сейчас отец Игорь прикрыл мне перцовый пластырь, потому что спина так прихватила, как никогда. Но в любом случае, народ, витаю вас с Рездвом Божией Матери. Желаю, чтобы ни у кого никогда не болела спина. И самое страшное, что у нас впереди еще 3 дня еще служб. И даже в субботу будет освящение. Завтра освящение храма, да? Я вообще не представляю, как я это выдержу все. Потому что это на час дольше, как минимум, все будет. И это просто какая-то невероятная катастрофа. Из позитивных моментов. Семье Филипповых оплатил кухню полностью. В пятницу должны ее установить. А отец Алексей из Успенского монастыря уже оплатил, благодаря вам, замену сустава. Там 103 тысячи гривен. Поэтому есть еще положительные моменты. Но что касается вот это какая-то просто хвантастика. Все мира, согласия, любви, веры и отсутствия боли в спине.